Обвинения в адрес России сегодня звучали и из Лондона. Якобы действия нашей авиации в Сирии не способствуют нормализации обстановки в этой стране и приводят к росту числа мигрантов. Глава МИДа Сергей Лавров обратил внимание, что в личных беседах британский коллега Филипп Хаммонд ни разу не выдвигал подобных претензий. Другое дело, если на публику, продолжил Лавров. Что касается заявлений из Лондона или из других западных столиц с характеристиками деятельности наших воздушно-космических сил в Сирии как не способствующей урегулированию, мы к этим заявлениям привыкли. Они не опираются ни на один факт и отражают, на мой взгляд, озабоченность наших западных партнеров тем, что воздушно-космические силы России действуют в сирийском воздушном пространстве совместно с сирийскими вооруженными силами эффективно и достигают тех задач, которые стоят перед международным сообществом, прежде всего в том, что касается пресечения террористической угрозы.